Всем привет, народ. Сегодня у нас 5 августа 22, 2022 года. Продолжаем строить дом. Сейчас идем туда. Видите, хочу показать, как у нас подсолнухи красиво цветут. Цыпки, которые утка вывела. Вот уже такие здоровые ходят. У меня начали вылетать пискуны. Павлины вылетели. Не знаю, где-то там, ладно, заходить не будем. Эти гребуны вылетели. Вот цыпки. Пойдемте. Картофан. Картофан с меня ростом. Ботва, вот не поверите, да? Смотрите. Это он еще, эта ботва еще, она как бы сложенная. И вот еще обрезанная. Вот. Смотрите. Картошка, ботва с меня ростом. Посмотрим, я вот не знаю, я в предвкушении этого урожая. Какой здесь будет урожай. Если у ботвы, у картошки такие признаки. Если ботва хорошая и картошка будет шикарная. Вот здесь у нас декоративная картошка. А, вот она. Вот здесь кусочек. Она салатная такая, жесткая. Остальное обыкновенно. Слышите? Вон пчелки как работают. Вот они, мои кормилицы. Мед нам приносят. Смотрите, как жужжат. Ночью дождик был, хороший ливень прошелся. Сейчас уже вечер, в принципе, часа 4. Ой. Сейчас у нас еще все цветет, еще сбор меда идет. Поэтому еще, может, даже мед возьмем. Ну, а мы занимаемся. Вчера прошпаклевал, заштукатурил, прошпаклевал котельную нашу. Не дружу я еще со штукатуркой, тяжело она мне дается. Штукатурка, шпаклевка, надо еще раз проходить, ну не знаю, наверное, не буду. Это водостойкая шпаклевка. Сейчас буду устанавливать водоснабжение, все, вот она. Сейчас будет надо делать... Вот эту насосную станцию поставить на вот этот расширительный бачок. И как этот... Ну, здесь пока немного. Здесь сейчас все соединю, выведу. Это вот идет со скважины. Это труба. Как все соединю, выведу. И сейчас в выходные начнем собирать котел. Все тоже закупил. Комплектующие. Железом выйдем, а потом дальше пойдет разводка. Так что... Пойдемте, покажу, какую лестницу мы залили. Сейчас звук уберу, чтобы не орал. Так, ну здесь по дому что, штукатурка продолжается. Так это все выглядит. Наверное, будем нанимать штукатурщиков, потому что мы не успеваем. Объемы огромные, мы вдвоем с сыночком просто не успеваем, зашиваемся. Так, вот такую лестницу мы залили. Сейчас вот такая у нас лестница теперь есть. Вот, смотрите. Все, вход в дом уже у нас такой. Лестничный. На днях. Сейчас нам делают дверь сюда и окно. На днях поставим дверь с окном. Ну и вот такая у нас прихожка. Как она? Сеней. Подъезд, предбанник. Сюда. Я повешу батарею одну, здесь тоже будет в ней тепло. Ну, здесь будет такая дверь пластиково-стеклянная, как на балконе. Так что занимаемся стройкой. Ладно, пошел я сейчас соединять все. Вечером покажу, что получилось с насосной станцией. До вечера. Немного город покажу. Вот такие магазины. По-моему, не здесь, а. Так, надо за дорогой следить. Нафиг отвлекаюсь, что-то я на камеру. Ладно, едем. Смотрите, как у нас все цветет.
все в этом. Все в цветах, Саня. Пчелкам еще есть что собирать. Вдоль дороги, здесь возле дома. Так то же самое творится и на полянах. Вон здесь лес с этой стороны. Так что пчелки еще собирают. Все белое. Вон здесь вообще все усыпано. Заезжаем. Привез я трубу. Сейчас покажу вам трубу. Ценники, как вы думаете, сколько стоит? Сэндвич трубы. Так, а вот они здесь 5,5 метров. Еще у меня метровая труба есть. Здесь комплектующие кое-какие. Короче, вот такая одна труба, вот одна, 1 метр трубы, стоит от 4800 рублей. Нет, от, ну, где-то 2500 и вот где-то до 5000. Все зависит от комплектации. Если видите, нержавейка. Если было бы оцинковка, нержавейка, там другая цена. Внутри как и калиновата или как она, стекловата, там керамзит, короче, все зависит от этого. Головник, вот этот головник, по-моему, это нержавейка такая. Так что сейчас строится, это не дешево. Поверьте, строится совсем не дешево. Кто не понял, о чем речь, вот о таких трубах сэндвич. Вот такие трубы. Вот здесь котел, вот он. Вот он, дымоход. Будем пробивать стену, пропускать вот эту трубу. И вон туда, вон за ту крышу надо, вон за тот конек выходить. Так что, а здесь 6,5 метров высота. Ну все, сейчас будем заниматься насосной станцией. Здесь я еще набрал краны, уголки трубы есть, это на вход. Что сейчас будем делать? Вот так начинаются пожары. Не дай бог. Дом горит. А, не дай бог такие вещи. Вот садоводцы в соседнем. Крыш. Еще даже пожарки нету. Сейчас Тимой насосной станции занимаемся. Тима говорит, смотри, какой дым. На крышу сейчас залезли. Крыша, ну, это Евгеньевича в садоводстве. Вон пожарка едет. Такой ствол дыма. Погода, штиль абсолютный. Вообще ветерка нету. Пожарка. Едут, слышите? Ладно, сейчас посмотрим, как потушат, покажу. Сушка. Кружится над этим, над пожаром смотрится.
уже тушат. Все равно еще пламя есть. Беседка какая-то, что-то низкое строение. Собираем площадку. Сейчас будем ставить насосную станцию. Это резина от беговых дорожек. Очень мощно. Хотел фанеру, но думаю, вода, если будет конденсат попадать, потихоньку сгниет. Резина вечная. Собираем. Вот, установили насос. Вот он, расширительный бачок на 100 литров. Здесь ароматизаторы самодельные, потом еще подкрепили. Метаба у нас 25 литров и бак 100 литров. 125 литров у нас воды под давлением 1,5 атмосферы будет идти по нашему дому. Это запас воды, аккумулятор. Закрепил 150 литров воды. Ну, сейчас это, конечно, еще будет трубы, но чтобы на трубах не держалось. Ну, то, что было, с тобой собираем. Вот в стену закрутила такую приблуду, там дюбель. Все, и вот она растяжка. Низ вот сюда, туда и назад. Все, он никуда не денется, он фиксированно стоит. Резина, если... Ну, везде, здесь резина, чтобы не было лишних шумов. Все, чтобы шумопоглощающие было. Чтобы тихо, все спокойно работало. Сейчас будем соединять систему. Здесь уже неправильно, надо по-другому делать. Ну, сейчас, наверное, я соединю его и попробуем прокачать воды. Давай, тогда выключаем. Что, дождь пошел? Вот. Была хорошая погода, и тут дождь пошел. И не хватило трубы, блин. Одного угла и трубы. Сейчас вот проверяю. Тим, сквозняк начался. Дверь закрыть. Сейчас проверяю в трубу. С этим можно, с утеплителем можно за этот. Ну все, сейчас я дверь закрою. Сквозняк. Алиночка, давай домой, иди, одень курточку. Хорошо, когда под крышей уже работаешь. Ну, вот она, наша система подачи воды со скважины. Чтобы здесь ничего не торчало, вот здесь, сюда ничего не выходило, все по стенке, все закрепим, чтобы ничего нигде не шаталось. Здесь запенится, аккуратно все сделаем. Здесь добавим завтра трубу, метр с углом. Ну и все. Хотел подключить сейчас, прокачать, нет трубы, а время уже 7 часов или 8 часов вечера. Магазины закрыты. Не рассчитал, не хватило трубы. Так что утеплителя хватит как раз на это. Это чтобы вода, я не знаю, как будет с вот этими баками. Вода же ледяная идет со скважины. А в помещении тепло. И на этих баках может быть конденсат. Если будет конденсат, я даже не знаю. Ну, зимой, ладно, здесь будет обогрев, печка. Но летом, если будет конденсат, придется открывать дверь, чтобы проветривалось. Проветривание было хорошее. Как-то так. Так что, ну так, потихоньку строим свой чудесный, прекрасный дом. Вчера вот я говорю, зашпаклевал, уже высохло вроде бы. Здесь, в этом месте, видите, круг. Его надо будет. Он еще не высохло. Здесь я отбил штукатурку, по новой заштукатурил и замазал. Она еще мокрая, просто отличается от этого. Ну все. Спасибо за просмотр. Завтра доделаем скважину, запущу, прокачаю, потом начну соединять. И потом, значит, займемся отоплением. Будем проводить отопление по дому. Ну все. Всем пока. На днях увидимся.